Итак, друзья, вот я подготовил ванную комнату. Их тут две в этой квартире. По времени пошло на двоих 4 дня по 8 часов. И пятый день я еще отработал один. Сделал уже, подготовил полностью. Итак, в принципе, трубы я установил под пол. Канализацию также. И холодная, горячая вода тоже в стене. В принципе, все подготовил хорошо, качественно. Мне нравится, как я это все сделал. И теперь уже в следующем видео я буду уже класть плитку. Ну, в процессе работы вы все прекрасно сами увидите. Так что всех благодарю, кто посетил мой канал, поглядел это видео, и продолжение следует.